Гороскоп на сегодня. Друзья мои, чтобы знать ваш гороскоп на сегодня, надо составить ваш индивидуальный гороскоп рождения. Гороскоп по вашему месту, дню и часу рождения. Только тогда мы видим, как планеты, они выстраивают ваш индивидуальный рисунок, ваш индивидуальный портрет. Без этого гороскопа невозможно узнать, что с вами будет сегодня. Например, сегодня Юпитер в Стрельце. Но он в Стрельце, этот Юпитер, только в определенном градусе. А популярные гороскопы говорят, что вот для всех Стрельцов все замечательно, все великолепно, все очень хорошо. Но великолепно только для тех Стрельцов, у которых Юпитер соединяется с их ключевыми точками. И так по каждому знаку, и так по каждой планете. Астрология начинается именно с вашего индивидуального гороскопа, и тогда точно прорисовываются события, точно прорисовывается ситуация.